На выставке Владимира Гриневича «Иди и смотри. 21 век» представлено около 100 документальных фотографий, рассказывающих о ходе спецоперации на Украине. Посетили экспозицию депутаты фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ленинского городского округа вместе с председателем Станиславом Радченко. Это видеть нужно, и люди должны видеть и знать, что на самом деле происходит на сопредельной территории, где наши ребята сейчас защищают мирный народ Донбасса и, собственно говоря, охраняет нашу с вами государственность. Также на экспозиции представлены бронежилеты азовцев, нацистские нашивки, рации войск ВСУ и записки мирных жителей своим родственникам в Россию. Депутат Совета депутатов Александр Баюклин был очевидцем страшных событий. В качестве врача-волонтера он побывал в Донецкой Народной Республике. Когда зашел сюда, меня толкнуло прямо как будто там. Я это все видел сам. Вот каждую фотографию, где там был. Первые две недели я не мог это пустить внутрь, потому что казалось, что это в кино в каком-то другом. Для депутатов сотрудники историко-культурного центра провели экскурсию по выставке, рассказали о впечатлениях самого фотохудожника, а также о том, что остается за кадром. Вместе с тем, депутатский корпус и общественники наши постоянно проводят разъяснительную работу с жителями по разъяснению целей спецоперации. И это тоже немаловажная работа. Стоит отметить, что народные избранники регулярно проводят беседы с местными жителями о ходе спецоперации и рассказывают о важности ее проведения для защиты мирного населения. Так как людям важна честная и деятельная позиция, миссия помощи, которую в первую очередь оказывает партия «Единая Россия». Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.